Добрый вечер, дорогие друзья. Я надеюсь, первые звуки сегодняшней музыки сразу вам напомнили о том, что тема сегодняшней нашей встречи – это вальс. Я прежде всего благодарю вас за то, что вы здесь, потому что каждая встреча с вами – это огромный дар, подарок всем нам и тем, кто работает в Татарской филармонии, и мне лично, именно потому что вот я вижу, насколько вы заинтересованы в том, чтобы немножко больше узнать о музыке, чтобы еще раз получить удовольствие от знакомой музыки и познакомиться с теми произведениями, которые для вас будут открытиями даже сегодня. Сегодня я очень на это надеюсь. Итак, сегодняшняя встреча посвящена одному из самых красивых жанров танцевальных – это вальсу. Но знаете ли вы о том, что это один из самых таких, наверное, сложных путей был у этого танца, что многие даже не знают настоящих истоков. Этому танцу всего 200 лет, может быть, чуть больше, тогда как народные танцы существовали еще и в древности. Придворные танцы в 15, 16 и 17 веке, а вальс родился всего лишь несколько столетий назад, 200, ну, немножко больше лет назад. Итак, этот танец сначала родился у крестьян, причем в трех совершенно разных государствах. Первый танец, который я сегодня хочу вам назвать, это чешский фуриант. Вы, наверное, об этом не знали, для меня это тоже было открытие. Итак, чешский фуриант. Прежде всего, это танец, который был в народе, и он, знаете, был таким настоящим действом, когда гордец приглашал свою девушку и кружил ее всячески вокруг себя под веселую песенную мелодию, и получался такой танец под названием «Фуриант». Посмотрим. Разная игра, да? Театральная постановка. Ну, а теперь они уже кружат своих дам, да? И все, что мы видим, это уже первые признаки тех вальсов, которые мы знаем. Во-первых, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, да? Тот самый размер, который ни с чем не спутать, это вальсовый размер. А второе, когда кто-то кружится, или они между собой кружатся, или они в паре кружатся, и, честно говоря, вот это будут самые основные элементы танца под названием вальс. А вот французская вольта – необычный танец. Он связан, знаете, с чем? С огромным количеством поворотов. И посмотрим два разных фрагмента французского танца вольта. Раз, два, три, раз. Все равно сохраняется. Раз, два. When may I see you in private? In private? Have you forgotten, my lord? I'm queen now. Вот то, что он ее поднял, это уже вообще было за пределами возможного в те времена. И еще один фрагмент, тоже французской вольты, тоже необыкновенно интересный фрагмент именно народного танца. То есть все они родились у крестьян на сельских лужайках. И хотя
ничего общего с нашим пониманием танца вальса мы здесь не видим, но элементы мы видим. Да, это и на раз, два, три, и кружение. Ну и, наконец, третья сторона – это Австрия, где родился сначала свадебный танец «Лендлер», а потом он стал просто крестьянским веселым танцем – «Лендлер». И вот он так понравился одной австрийской эрцгерцогине Марии, которая Терезия, и она решила, что надо такой танец перенести во дворец. И вы знаете, Лендлер сначала появился во дворце как такой танец, который, ну, не очень понятный был для дворцовой чопорной публики. Ну, когда-нибудь мы с вами поговорим о тех танцах, которые родились в эпоху Возрождения, о Паване, о Сарабанде, о Гавоте. Они уж ни в коем случае не предполагали обнимание своей партнерши. Это было вообще запрещено во дворцах. Но, тем не менее, Лендлер тихонечко переселился во дворец. И сейчас мы увидим красивейший фрагмент из мюзикла, который написан был в Америке. Но, тем не менее, Лендлер там есть. Называется «Звуки музыки». Красивейший Лендлер, который как будто бы переехал из крестьянских, вот этих вот пастушьих, всяких возможных праздников во дворец. Кэт, we'll have to practice. Do allow me, will you? Всегда движение по кругу. Во всех тех танцах, которые мы видели, всегда движение по кругу. Да? И всегда кружение. Но вот это уже здесь больше похоже на танец, который мы с вами знаем. Поэтому именно Лендлер считают основоположником танца вальс. Тем более, что вальс – это еще, знаете, в переводе кружение, это что-нибудь такое вот вальцевание, да, от немецкого слова. Кружить, крутить. И поэтому постепенно Лендлер стал обрастать другими движениями, которые превратились уже в вальс. И что дальше произошло? А дальше произошло, что духовенство запрещало этот танец. Аристократия считала, что это крайне непристойный танец. Как это можно даму, как это можно барышню обнимать на виду у всей публики? Его запрещали всячески. Но, как вы понимаете, все, что запретно, обязательно себе дорогу обязательно найдет. И поэтому чем дольше этот танец запрещали, тем больше он находился удовольствие у тех, кто танцевал. Ну и вот тем более, что крестьянам им вообще все равно было, что там запрещалось в этих дворцах. Они все равно продолжали эти танцы танцевать. И так очень много лет этот танец был запрещен. Даже Екатерина была против этого танца. И даже, знаете, некоторые писатели осмеивали этот вальс как что-то такое уж очень непристойное, выходящее за рамки достойного дворцу какого-то быта, да, вот нельзя было таким танцем танцевать. Но, тем не менее, в 1888 году, дату очень легко запомнить, он был узаконен. И теперь, вот с тех пор, он, конечно же, является признаком такой бальной музыки, которая обязательно сопровождала всевозможные красочные балы. И, конечно же, мы с вами знаем, что есть такой, был такой Иоганн Штраус, которого мы называем королем вальса. Ведь он ведь тоже устремился в Вену для того, чтобы показать свое мастерство. Пока жив был его отец, у него не было своего оркестра, он страшно страдал, он мечтал, чтобы у него был свой оркестр, он его собирал там где-то своих музыкантов, может быть, даже где-то вот совершенно скрыто от глаз репетировал. У него была задача продолжать эти вальсы писать, потому что он был заражен этой идеей соединения народной музыки, дворцовой музыки и вот того самого романтизма, которым, конечно же, этот танец овеян. Поэтому Иоганн Штраус – такая фигура, который овеян легендами, всевозможными рассказами, всевозможными домыслами. Но два фильма, которые созданы именно биографически, да, Иоганна Штрауса, показывают его совершенно с двух разных сторон. Первый фильм был создан в Америке в 1938 году. И он тогда покорил весь мир тем, что он показал Штрауса как человека, который вот абсолютно не мог жить без вальсов. И именно то
вот, может быть, окружение, которое помогало ему эти вальсы создавать. Мы маленький фрагмент посмотрим, где будет исполнять основную партию Милица. Это певица сверхъестественных способностей вокальных, но она, вы знаете, тоже из России когда-то эмигрировала, и вот в этом фильме она будет играть главную роль. Итак, смотрим фрагмент из фильма «Большой вальс», который был создан в 1938 году. Как раз о том, что все звуки природы, все, что окружает, все нашло претворение в музыке Штрауса. Это сказки Венского леса. Как будто бы они по Венскому лесу едут на своей карете, и все звуки, которые рождаются вокруг них, переносятся в незабываемое музыкальное произведение. Пам-пам, та-ра-ра-ра, ям, пам-пам. Это романтическая история о любви Штрауса к оперной диве, которая была капризная очень. У нее была масса поклонников, но тем не менее она пела его вальсы, и он даже хотел на ней жениться. Но она подумала, нет, не сможет она ему тот быт создать, которому создавала его жена нынешняя. Но тем не менее она пела и все его романсы, которые он писал для голоса с оркестром. My Rosie, come on, my невероятные вокальные способности, да? Ну, не случился у них роман. Он завершился. А есть еще одна удивительная история о Штраусе, которая называется «Прощание с Петербургом». Это уже советский фильм, созданный в 1978 году. И вы знаете, для меня это тоже было как в свое время откровение, что он действительно приезжал в течение 10 лет. Я вот рассказывала совсем недавно, да, что он приезжал каждый раз в Павловск, и там прямо на вокзале устраивал концерты. И у него была тайная поклонница, которая ему слала записки, объяснялась ему в любви. Это был Ольга Смирницкая, которая на самом деле была первой женщиной, которая писала музыку в России. И ее романсы на стихи Пушкина, Лермонтова, Фета, они даже издавались. И у них тоже была такая любовь абсолютно платоническая, которая тоже ничем не закончилась, потому что он уехал, все, не смогли они быть вместе, ему отказали, ей отказали в этом браке, и они расстались, но все, что касается романтической вот этой вот нотки петербургской, это, конечно же, тоже все отражается и отразилось в его замечательных вальсах. Но вы знаете, вальс, он становился все более и более торжественным, тем более Штраус к этому приложил все, что мог, все свои усилия, и так родился настоящий венский вальс. И сейчас мы посмотрим с вами фрагмент, когда уже танцуют современные артисты Венского театра, именно венский вальс. На прекрасном голубом Дунае Штрауса. Это своеобразные движения, которые мы и называем венским вальсом.
вальс превратился в самый фешенебельный танец всех балов. Во всех европейских странах, и в России в том числе, вальс был самым главным танцем. Да? Но Штраус был настолько интересной фигурой, что до сих пор привлекает композиторов своими темами, своими мелодиями, своими ритмами. И кто только не пытался написать какие-нибудь аранжировки на тему этих вальсов. И вот сегодня мы кое-что с вами тоже услышим, что же происходит с темами, которые создал Штраус в руках у совершенно разных музыкантов. Вы знаете, я с большим удовольствием сегодня познакомлю вас с одним кларнетистом. К сожалению, к большому сожалению, он именно 7 ноября вот этого года умер, ему было 84 года, это Белакович. И он уникальный совершенно кларнетист. Был, у него удивительный был звук, и поэтому капельку послушаем отрывочек из его произведения, где тоже есть вальсовый ритм, хотя это такое огромное у него сочинение, но вот кусочек я нашла, где тоже есть вальсовый ритм, а чуть позже мы услышим у его уже настоящий вальс. Итак, знакомимся, Белакович. Услышим его произведение, которое называется «Приветствую, господин Штраус». Это произведение для соло кларнета. И я с удовольствием приглашаю на сцену наших уже теперь постоянных партнеров и постоянных участников моих музыкальных гостиных и наших лекций. Это средняя специальная музыкальная школа, где учатся невероятно талантливые дети. И вот сейчас я приглашаю Ульяну Жирову, класс заслуженного артиста Республики Татарстан Синекопова Игоря Витальевича. И Никита будет ей аккомпанировать. И она, конечно же, лауреат международных конкурсов. И вот сегодня вы услышите в ее исполнении великолепную кларнетовую версию музыки Штрауса. Итак, я приглашаю на сцену Ульяну Жирову.
Никита Чучин, концертмейстер. Благодарю. Талантливые дети учатся в нашей среднеспециальной музыкальной школе. Для них тоже огромная честь играть перед вами. Я думаю, что мы с ними будем дружить и дарить друг другу вот такие счастливые мгновения, когда живая музыка звучит не только в классе музыкальной школы, но и для нашей с вами публики. Я хочу вам показать парафраз на тему вальсов Штрауса в аранжировке Вадима Пальмова. Я еще сегодня о нем вам буду рассказывать, потому что он скоро будет нашим гостем в этом зале. Но почему именно эту аранжировку я вам показываю? Потому что фортепиано – это удивительный инструмент, на котором возможны все краски, которые только можно придумать. От виртуозности бриллиантовой до проникновенности, да, до помпезности. И поэтому краешек вот такой парафразы на темы вальсов Шопена, Штрауса. Даже были легенды. Вот звучит оркестр другой, не штраусовский, и что-то вот не то в вальсе, вот как будто бы вот другая музыка звучит. И стали спрашивать у него, ну что ж такое ты делаешь, что за мастерство у тебя, что у тебя за тайна в исполнении твоих вальсов, почему они у тебя иначе звучат. И оказалось, что он как будто бы подпрыгивает там-пара-пара-рам-пам-пам. Вот он такую маленькую зацепочку, да, вот придумал, такой маленький штрих, который делал исполнение именно в его оркестре, было совершенно необъяснимо хорошим, таким, знаете, по-настоящему воздушным. Поэтому вальс у Штрауса – это прежде всего восторг. Но вы знаете, вальс не только стал танцем при дворах, он не только стал бальным танцем, у него появилось несколько направлений, несколько течений, мы сегодня о них немножечко поговорим, потому что настолько он полюбился композиторам, настолько он полюбился в быту, что он прежде всего становится еще, знаете, вальсом бытовым. То есть когда люди собирались в одном каком-нибудь кружке, да, очень модно было собираться какими-нибудь кружками и при этом что-нибудь такое наигрывать. И вот дальше самый знаменитый у нас, один из знаменитейших русских писателей Грибоедов, он тоже сочинял вальсы, и представляете, они до сих пор школьники в музыкальных школах его играют. Еще один. Он перестает быть таким дворцовым, он перестает быть фешенебельным, он становится простым, проникновенным, очень лиричным. И сейчас я с удовольствием приглашаю на сцену фортепианный дуэт. Это тоже лауреаты международных конкурсов. Это у нас сейчас будут Софья Полешева, Карина Шакулова, класс заслуженного работника культуры Республики Татарстан, Лемешко Оксаны Ростиславовны. И они сыграют нам с вами вальс нашего татарского с вами классика Жиганова, потому что все, кто писал музыку, кто восхвалял вот этот вот танец вальс, он обязательно привлекался к его творчеству. И поэтому Жиганов создал удивительный вальс, который я называю, да, он немножечко бытовой. Он, может быть, не столько предназначен для танца, сколько для просто домашнего музицирования. Итак, я приглашаю на сцену Софья
Карина, куда девались? Выходим. Лауреаты международных конкурсов. Жиганов, вальс. Я думаю, что этих маленьких звездочек мы будем приглашать к нам, и они нас будут радовать своим мастерством. Но вы знаете, самый престижный конкурс фортепианный и скрипичный, и виолончельный, и вокальный – это конкурс имени Петра Ильича Чайковского. И вот на очередном конкурсе Петра Ильича Чайковского на сцену вышел Люка де Барк. Молодой человек, который до 20 лет играл только уличный джаз. Он вообще не учился профессиональной игре на фортепиано. И вдруг что-то такое с ним произошло. Он стал учиться играть у профессионального педагога по фортепиано и приехал на конкурс. И сыграл сентиментальный вальс Чайковского. И весь зал встал. Потому что настолько он сыграл его проникновенно, тонко, изящно, что диву давались даже те, кто эту музыку услышал наверняка не один раз. Итак, Люка де Барк, сентиментальный вальс Чайковский. Получил приз зрительских симпатий, теперь он ездит по всему миру, играет самую разную музыку, и он стал настоящим музыкантом. Но дорогу ему дал сентиментальный вальс Чайковского. То есть вот такая бытовая, казалось бы, атмосфера, да, она для вальса стала родным домом. И очень многие писали вальсы, потому что они для них стали, ну, наверное, одним из основных жанров. И, конечно, я не могу не наиграть вам, только наиграю, потому что я каждый раз вам это играю. У Шопена, конечно же, его вальсы. Конечно же, один из самых знаменитых.
конечно же, его печальные вальсы. Наверное, именно Шопена вальс стал не просто бытовым танцем, он стал музыкальным произведением очень высокого романтического уровня, правда же? И, конечно же, Шопена мы все знаем, и когда-нибудь мы отдельно посвятим нашу встречу именно творчеству Шопена, потому что оно у него уникальное и очень красивое произведение. Но сегодня я хочу вам сказать, что вторая ипостасия вальса – это когда он становится самостоятельным произведением. И это самостоятельное произведение отражает какой-то такой внутренний мир художника, который его пишет, и передает тончайшие вот эти волнения души человека, и поэтому они очень часто использовались для характеристики действующих лиц какого-нибудь романа, какого-нибудь, не знаю, там, героя. Но вот сейчас мы услышим вальс «Фантазию Глинки». Михаил Иванович Глинка – удивительный человек, который соединил в себе все, что напридумывали в Западной Европе, в смысле техники, теории музыки, с русской песенностью, с русской такой вот непревзойденной абсолютно поэтикой. Да? И поэтому сейчас послушаем вальс «Фантазию». Но не просто вальс «Фантазию», а еще и фрагмент из удивительного фильма, где вы увидите на лице у актрисы все то, что передается в музыке. Это и ожидание, и нежность. Фантазии Глинки – это удивительный пример русского вальса, правда? Удивительный русский романтизм, который, конечно же, передается и в оркестровке, и в мелодии, и в этом самом ритме, который раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Но вы знаете, вальсы бывают разные, даже если не отдельные произведения. Знакомы ли вы с творчеством Сибелиуса, я не знаю, но хочу вас познакомить с его грустным вальсом. Удивительный вальс, который, конечно же, показывает вот эту вот, наверное, всю природу северную, и Финляндию, и Скандинавию, и что-то такое необычайно трогательное и грустное. Слушаем Сибелиус. Это только фрагмент, но если вам будет интересно, вы его найдете, потому что он удивительно тонкий и немножечко другой, не как только что прозвучал у Глинки. Итак, Сибелиус. Грустный вальс. А дирижирует Герберт фон Караян. Thank you.
даже неземная красота. Часто в вальсах бывают изменения, но вот у него очень красивое изменение, да, внутри этого вальса. Под такие вальсы невозможно танцевать, их можно только что слушать. И представлять себе именно или ту природу, или тот характер героя, которому посвящается этот танец, правда? А вот вальс, который сейчас услышите, он был навеян, конечно же, вальсами Штрауса. Совершенно необыкновенное сочинение. Я очень надеюсь, что вы в него влюбитесь. Это Равель, который француз, век 20-й. Он влюбленный в танцы. Вот в вальсы Штрауса сдает свой вальс. Но вы знаете, вот я надеюсь, что в музыке вы это услышите. Это зарождение какой-то такой внутренней энергетики, которая вырывается потом наружу и превращается в торжество этого невероятно красивого танца. Итак, Равель, вальс. Ну, конечно же, фрагмент. А дирижирует Леонардо Бернстайн. Как будто бы из-под валь рождается что-то. Все сразу возникали, правда? А здесь нет. Идет подготовка к появлению. Этого танца где-то там у крестьян, где-то там у земли, да, где-то обрастание какими-то дворцовыми элементами, где-то восхищение во всем мире, включая даже Америку, и как этот вальс становится пластилином.
Похоже, правда? Как вот зарождение чего-то такого и вот такой всплеск эмоциональный. Еще одна ипостасия вальса – это части крупных симфоний. Симфония – довольно сложное произведение, всегда там 4 части, бывает 5 частей, бывает 3, но всегда эти части отличаются друг от друга. Где-то это, конечно же, очень серьезное философское размышление, а где-то это танец, который как будто бы нас немножечко отделяет от основного драматического события, для того, чтобы немножечко разгрузить эмоционально, подготовить к следующему всплеску вот той самой драматической истории, которая в этой симфонии показана. И вот такая, например, симфония фантастического Берлиоза. Тоже, помнится, вам рассказывала, да, что когда молодой человек от несчастной любви напивается опиумом, у него... Он не умирает, ему снятся фантастические сны, у него галлюцинации. Так вот, один из снов – это не что иное, как бал, где опять же звучит вальс. Итак, Берлиоз, вальс из его фантастической симфонии. Дирижирует Марис Янсенс. Вот я вас готовлю к следующей лекции про дирижеров. Венского вальса, правда? Красиво, изящно, очень тонко, как в настоящем балу. Тоже перевоплощаются, да? И они тоже становятся участниками этого действия под названием вальс. Ну вот у Чайковского, у него удивительный вальс, который в одной из самых драматических его симфоний. У Чайковского была любимая тема – это герой и судьба, художник и время. Да, вот все эти катаклизмы, которые происходили в обществе, все это отражается на музыканте, на художнике, насколько он бывает не в ладах с тем, что происходит вокруг него. Постоянно какая-то борьба, драматизм – это все, что характерно было для Чайковского и его симфониях. Одна из самых драматичных симфоний – это шестая, где вот действительно вот такая борьба именно вот художника со своей судьбой. Бой, и неизвестно, кто там побеждает, но это вот торжество, знаете, такой вот красивейших мелодий. Так вот, у него там тоже есть вальс, но он необычный. Если до сих пор у нас все вальсы с вами раз, два, три, раз, два, три, ну где-то раз, два, три, но все равно раз, два, три. Все равно. Хоть быстро, хоть медленно, хоть немножечко с оттяжкой, но все равно раз, два, три. Он сочиняет вальс на 5 четвертей. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Услышим сейчас фрагмент и тоже из симфонии Чайковского, которая немножечко нас отдаляет сейчас от драматических событий, которые говорят о том, что ж такое переживает художник в борьбе со своей судьбой. Итак, вальс из 6-й симфонии Чайковский. Дирижирует Михаил Плетнев. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Все равно ведь
чуть-чуть вальс, правда? Хоть и 5/4, но сохраняется вот эта вот вальсовость, кружение мелодическое. Где был? Он был в быту, он был в домашнем кругу, он был самостоятельным произведением, когда в целом он уже был каким-то законченным эпизодом из жизни художника или там природной, правда? Но это было самостоятельное произведение. Вальс стал частью какой-то крупной симфонии, например, да? Но вы знаете, как много песен было написано в советское время именно в ритме вальса, и вы наверняка все их и знаете. Или, например, что было в парках? Были духовые оркестры, где играли «Осенний сон», да ведь? Очень много было написано вальсов именно в военное время. Ну, я даже увидела, знаете, однажды в интернете такую справку, она, не знаю, насколько она правдивая, но, оказывается, некоторые даже поощряли создание вот такой вальсовой музыки, даже на серьезные темы, даже в военное время, чтобы противостоять буржуазной культуре, которая развивала там джазовую музыку, но, тем не менее, джаз все равно проникал в нашу советскую музыку, и, конечно же, нельзя не сказать, что одним из самых известных вальсовых композиторов это Исаак Осипович Дунаевский. И он написал такое количество вальсов, которые до сих пор восторгаемся и мелодизмом, и красотой, и, может быть, яркостью, доступностью, песенностью, но все равно это вальсы. И, конечно же, один из самых красивых вальсов это «Лунный». И сейчас я с удовольствием приглашаю уже тоже своего коллегу, которая неизменно присутствует на всех наших с вами лекциях и музыкальных вечерах. Это заслуженная артистка России Резида Галимова. И сегодня мы с ней вместе исполним для вас «Лунный вальс» Дунаевского. Резида, я вас приглашаю на сцену. Все плывет.
Я думаю, что один из вечеров мы посвятим специально Дунаевскому, потому что столько у него хорошей музыки, которую можно сыграть. И спеть, я надеюсь, что вы от этого тоже получите удовольствие, потому что, ну, это кладезь мелодий, кладезь ритмов, настроений, самых разных жанров, ну и вальсы в том числе. Вы знаете, еще есть один такой раздел, где встречаются вальсы. Это, конечно же, драматические произведения. И есть такие вальсы, которые родились именно под впечатлением каких-то литературных произведений, например, драма Лермонтова «Маскарад». Невозможно обойти этот вальс, невозможно его не упомянуть, потому что это вот вся страстность души главной героини. Это неожиданность встречи, да? Это какая-то будущая трагедийность. Все это в одном вальсе Хачатуряна. Итак, слушаем фрагмент вальса Хачатуряна из драмы Лермонтова «Маскарад». В будущем вы всегда будете представлять именно вот сцену бала, потому что именно на балу такие вальсы звучали и передавали все то настроение, которое испытывали главные действующие лица, начиная с Наташи Ростовой, Нины и так далее. Но вы знаете, вальсы, конечно же, неотъемлемая часть была сказок всегда. Ну вот начался наш сегодняшний вечер с музыки к Щелкунчику, да, там ведь вот вальс цветов. Ну и, конечно же, Золушка Прокофьева, потому что ну где как не на балу Золушка танцует, правда? И поэтому красочный, очень яркий, совершенно 20 века произведение вальс Прокофьева. Балетные артисты отказывались танцевать. Уж слишком она какая-то была не традиционная, какая-то она была неудобная. И даже пытались во время танца подпевать себе какую-нибудь более знакомую мелодию какого-нибудь известного вальса. Но тем не менее сейчас нам это же ведь не кажется каким-нибудь, ну, не очень уместным, правда? Музыка и танец здесь плелись. И, конечно же, именно вот в балетной музыке вальс играет огромное значение. Вы знаете, и «Лебединое озеро», и «Щелкунчик», и «Золушка». И так вальс может быть еще и в фильмах. И Евгению Доги надо было всего одну ночь, чтобы написать вальс к фильму. Наверняка это помните и знаете, «Мой ласковый и нежный зверь». И я приглашаю на сцену коллегу,
Эльвиру. Я приглашаю Эльвиру Игламову, с которой мы вместе сейчас сыграем для вас вальс Евгения Доги. У нас сегодня с ней тоже дебют на этой сцене. И я очень надеюсь, что вы вместе с нами вспомните и этот фильм, и замечательную музыку. Невозможно не упомянуть современного короля вальсов. Есть такой замечательный музыкант, он скрипач, и он создатель целого шоу под названием «Вальс». Это Андре Рью. И про него говорят все, что угодно. Его восхваляют и тут же его ругают. Говорят, что он дурновкусие, он придумал неизвестно что. Он просто шоумен, он никакой не музыкант. Но то, что он делает с вальсом, заслуживает огромного уважения и восторга. Я хочу вам показать именно фрагмент его вальса, вернее, вальса Шостаковича, который на этой сцене очень часто звучит. Называется «Шостакович Second Вальс». Это к фильму «Анна Каренина». Написан именно Шостаковичем вальс, который, знаете, есть топ
список лучших вальсов в мире. Так вот у Шостаковича он там в первых рядах, представляете? Сначала идет Штраус, а потом Шостакович. Ну и Андре Рёве. Это вот именно то современное шоу, которое поражает своим размахом и любовью к этому танцу. То, что он делает, причем у него каждый клип, вот каждый, это новое прочтение этого вальса, или другого, или там пятого, или десятого, всегда разный антураж, всегда разные танцующие пары. И что самое удивительное, у него все возраста присутствуют и в качестве танцоров, и в качестве зрителей. Я считаю, что пусть его ругают, что, может быть, он не совсем правильно играет на скрипке, но он достойный того, чтобы им восхищаться, потому что он вальс опять сделал таким шикарным бальным танцем, правда? Сейчас же вальс танцует, ну попробуйте, вот узнайте друг у друга, кто из нас умеет танцевать вальс. Не так это распространено. Но тем не менее, если мы кого-нибудь замуж выдаем или женим, наверное, самый главный свадебный все-таки танец остается вальсом, правда? И вот сегодня мы так пробежались по самым разным портретом этого замечательного танца, и вы наверняка запомнили, что родился он из чешского, из французского, из австрийского народного танца, прошел через тернии, потому что его запрещали по-настоящему, его не пускали в эти самые дворцы, а теперь он до сих пор считается одним из самых ярких жанров танцевальной музыки. Вы знаете, я хочу вам сказать, что я не могу не сказать про будущие наши концерты, про филармониаду, потому что вот сегодня мы про вальс поговорили, но это все равно романтическая нотка, правда? Все-таки романтизм присутствует в вальсе в первую очередь. И вот у нас 1 декабря, кстати, будет совершенно замечательный дуэт, который будут играть музыку романтиков. Только ради одной сонаты Франка можно прийти, для себя его открыть и понять, насколько же это красивая музыка романтических композиторов. И, конечно же, там будет и Чайковский, и Рахманинов, и Франк. Вот 1 декабря. А с 5 по 15 у нас начинается фестиваль филармониады. Один концерт лучше другого. На любой вкус вы сегодня, наверное, получили от моих коллег уже себе вот эти вот брошюрки, которые вас зовут и на спектакль по поводу последнего года жизни Фаины Раневской, и «Серьезное и смешное», где Фоменко будет читать, и Бунина, и в то же время Зощенко играть, там будет фортепиано, и виолончель. Ну и, конечно же, я вас не могу не пригласить, и, честно говоря, даже прошу мне в этом помочь. Дело в том, что 9 декабря я пригласила сюда своего партнера, однокашника. Мы с ним учились вместе и в Екатеринбурге, и в Санкт-Петербургской консерватории. Только я дирижер, а он пианист. И он последователь школы Натана Перельмана. И вот 9 декабря у нас с ним такой совместный концерт, где мы будем немножко говорить, много он будет играть. Я буду кое-что рассказывать о произведениях, о том, той самой личности педагога в нашей с вами жизни, неважно, какого предмета этот педагог, или математика, или физкультура, или фортепиано, или скрипки, но всегда в нашей жизни появляются люди, которые открывают какую-то новую струю в нашей жизни, дают нам новое, второе дыхание. И вот с Вадимом мы устраиваем впервые такую встречу в Казани. Вот он приедет из Германии, я сюда приехала из Екатеринбурга, и именно в Казани нам удалось такой проект осуществить. Я вас прошу о помощи, потому что сейчас пандемия, сейчас очень трудно на концерты людей пригласить, но если вы придете, я вам буду очень благодарна. Да, у нас наши лекции бесплатные, да, здесь цена будет для вас 300 рублей, потому что промокод «Лекция» для вас будет действительно. Я вас приглашаю, вас и своих друзей. Почему? Потому что он будет играть музыку, опять же, доступную, простую, очень красивую и очень, знаете, такую жизнеспособную, которая прожила очень много веков. И дальше, что я хочу вам сегодня сказать, это о том, что мы не можем с вами не спеть. Помните, я вам говорила, что каждая наша с вами лекция обязательно заканчивается песней. Но опять же вальсовой и песней бардовской, потому что барды очень много написали замечательной музыки, и в том числе они написали музыку и
вальсовую. Сейчас, одну секунду, я принесу слова. Пожалуйста, нам покажите слова. Наверняка вы эту музыку знаете. Скажите, пожалуйста, мелодию все знаете? Ну что, споем? Но мы не можем не закончить хором и вальсом, правда же? А он к нам приезжает 9 февраля. Я думаю, что эту песню знают все. Те, кто не знают, я думаю, подпоют. Да ведь? Ну что, готовы? И скрип гитары желтой ты обнимаешь нежно. Струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба большой и звездно-снежной. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Не стесняйтесь, пойте. Как отблеск от заката костер меж сосен пряшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена как рады на сердце запеклись. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Я вас от всей души благодарю, потому что я думала, интересно, запоете или не запоете. Потому что, знаете, все-таки мы уже такой с вами формат выбрали, да? Я надеюсь, что в каждой лекции я обязательно буду с вами что-нибудь петь, если вы не возражаете. Это что ли мне? Дорогие друзья, я вас приглашаю и на свою следующую лекцию. Она будет посвящена дирижерам. Это довольно такая интересная тема, потому что я расскажу, с чего началась дирижерская палочка, какие были интересные способы дирижирования, кто мэтры наших, это мне. Спасибо. Я вас благодарю. Я вас жду на концерты в филармонии. Я вас жду 9 декабря. Прошу меня поддержать. Я очень волнуюсь. Я и сегодня-то очень волновалась, почему-то как никогда. Вот очень волновалась, потому что... Что? А это будет 31 января. Но вот 9 декабря я вас жду, там тоже будет маленькая лекция. Поэтому я вас благодарю за сегодняшний вечер. До свидания. Всего вам доброго. До свидания.